Анастасия Несиферова занимается волонтерством 2 года. За это время приняла участие во многих общественных акциях, стала волонтером Победы. А сегодня помогает приводить в порядок после зимы могилы героев. Это дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Важно помнить, что есть герои нашей страны, благодаря которым мы сейчас живем спокойное время. На городском кладбище 380 воинских захоронений. Облагородить их пришли около 100 человек. Волонтеры Победы, юнармейцы и студенты юридического института ФСИН России. Убрали листву и мусор, вручную отмыли могильные плиты и подмели газон. Вы знаете, очень часто мы говорим, что нужно сохранять историю, то, что нужно помнить о ветеранах, но многие остаются только на словах. Вот волонтер Победы доказывает, что это не только слово, но и дело. Каждому из нас следует принимать участие в этой акции. Тем самым мы сохраняем память и оказываем помощь тем, кто совершил подвиг ради нашей с вами Родины. Акция по уборке мемориального комплекса «Аллея славы» проводится ежегодно. В этот раз на уборку мест, связанных с Великой Отечественной войной, в регионе вышло более 1000 человек. Сергей Кизоркин, Ирина Балясникова, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.